Здравствуйте. В эфире телеканала «Айтон ТВ» программа «С большой буквы». Веду ее я, Александр Гурарье. Мы продолжаем выпуск. С нами беседует израильский политолог, дипломат, экс-посол Израиля в России и Украине Цви Маген, старший офицер военной разведки в отставке, директор спецслужбы «Натив» в прошлом. Цви, здравствуйте снова, как говорится. И, как мы и обещали в прошлой части нашей программы, мы поговорим сейчас о ситуации на Ближнем Востоке. То есть мы записываем с вами эту программу накануне, ну, я бы так сказал, исторического шага. Будет подписание, готовится подписание соглашения между Ираном, ой, простите, между Ливаном и Израилем о демаркации границ, в частности, о морской границе, которая очень важна с точки зрения, так сказать, поделить газ, который там нашли. Очень сильно критикуют наше правительство за это, критикует оппозиция, критикуют со всех сторон, что пошли на очень большие уступки. Вот эта газовая сделка, которая сейчас вот вот-вот состоится, она тянется давно. И вот типа, что наши пошли на такие уступки, которые не имели права делать. Называются там, если я не ошибаюсь, порядка 800 квадратных километров морских угодий, которые уступили ливанцам. Опять я все время, мне хочется сказать иранцам, мы с вами в тот раз говорили про Иран. Да, что вы думаете по этому поводу? Действительно, оно стоило того, так сказать, раздать? Ведь и поясню, что вот никто не знает, что вот в этих водах, которые сейчас отдали, может быть, там завтра обнаружатся какие-то такие супер полезные ископаемые, там газ, нефть, все что угодно, а мы их уже отдали. Ну, если так, еще полпланеты можно прибрать и разобраться. Я хочу напомнить, что в предыдущей программе мы сказали, что я думаю по поводу предвыборных, так сказать, кампаний и соответственных заявлений тех или иных политиков. По-моему, этот вопрос относится к той же категории. Теперь высказываются, но поступят, по-моему, так же, как и нынешнее правительство, я имею в виду, а тех, которые будут избраны, не знаю, кто будет избран. Но сейчас действительно это соответствует интересам, предвыборным интересам, критиковать в разных там направлениях, по-моему, все утрясется. И будущее правительство тоже так или иначе продолжит этот процесс, может, с минимальными изменениями. А нынешнее правительство так или иначе получило пару очков предвыборной кампании в том плане, что они сумели продвинуть вот такой мирный, не скажу договор, но во всяком случае почему это процесс. Так важно было? Мирного договора, кстати, нет. То есть президент Ирана... Ой, слушайте, что такое сегодня? Я все время Иран поминаю в суе. Президент Ливана заявил, что подписание этого договора, соглашения, которое состоится, ни в коем случае не подразумевает какую-то нормализацию отношений с Израилем. Нет, нет, нет. И интересный момент. Подписывать они будут очень оригинально. Они будут находиться в разных комнатах, да, и будет американский посредник бегать, значит, там с этим документом. Причем они поставили условие, что израильтяне должны первыми подписать, а потом мы. То есть какая-то восточная игра такая вот базарная немножко. Ну, мы уже были в более чем одном, так сказать, процессе урегулирования отношений с разными нашими соседями. И это всегда продолжается в том же духе. Сначала это непристойно, неприлично вообще разговаривать на эту тему, тем более подписывать, тем более вообще дружить, не дай бог, и вести нормальные дипломатические отношения, но постепенно до этого доходит. Тут мы на первичном этапе, у них очень ярко выражен интерес к этой сделке, то есть согласиться на этот договор, на эту сделку с одной стороны, но надо вести себя очень аккуратно, осторожно, чтобы не разозлить тех, которые этому противятся. А противится другая половина того же Ливана и те, которые за ними. Я напоминаю, там присутствует Хизбалла, который очень резко негативно относится к отношениям с Израилем и готовится к войне с Израилем. И она тоже не сама по себе, а является филиалом того же Ирана, который мы упомянули в суе, да. И тот же Иран очень нервно смотрит на этот процесс, потому что если выпадет из этой обоймы Ливан вместе со своими там филиалами, и имеется в виду иранская обойма, то это негоже для его интереса. В этом отношении ливанцы ведут себя аккуратно и осторожно. В данном случае это достаточно ограниченные возможности в военно-политическом комплексе у них, и они ведут себя ввиду и давление на них, но с другой стороны не могут отказаться от этого экономического интереса, имею в виду газовой разработки, и в этом отношении даже Хизбалла вынуждена признать позитивный, значит, эффект, но они там представляют это в своих, так сказать, чертах, как тот или иной, скажем,
позитив для них и негатив для Израиля. Они сумели вырвать или додавить Израиль. На самом деле это нормальный мирный договор, в котором участвовали не только две стороны, но и, по-моему, немало европейских государств, и это всех устраивает, по-моему, и так далее. Естественно, что можно было награбить больше, заработать больше в этих разборках. Я напоминаю, что Израиль ради мирных договоров отдал очень много территорий. Это не первый раз. Напоминаю, весь Синай отдали Египту. Это два раза больше территории Израиля, между прочим, для того, чтобы согласились на мирный договор. Это была цена. И в этом отношении так-то принято. Да, они должны представить то или иное достижение. Они должны уменьшить, так сказать, позитивный выигрыш со стороны Израиля. Это дает определенные очки в их ближневосточных разборках. Поэтому это все, что за этим стоит. И в той или иной мере это, по-моему, ныне устраивает все стороны, что должно произойти именно в этом достаточно ограниченном в этой манере, с оговорками и так далее. На самом деле это нормальный договор. Израиль здесь, правда, сдал больше территории, чем хотелось бы. Но у него, наверное, есть свои соображения по этому вопросу тоже. И их можно понять. Смотри, но ведь неоднократно еще, знаете, когда вот была эта формула «мир в обмен на территории», многие говорили, что территории ты отдаешь, а вот мир, то ли ты его получишь, то ли ты его не получишь. То есть это настолько иллюзорно, тем более, когда речь идет про Ливан. А в Ливане мы знаем, что Хизбалла является, скажем так, движущей силой политической системы. Они находятся в правительстве, Хизбалла крутит как бы правительством Ливана так, как она хочет, поэтому вот они сейчас получат территории, об этом многие говорят, ну, территории условно, это морские, так сказать, морские недра, да, а потом опять начнут как бы то, чем они занимались всегда, всю свою сознательную жизнь, то есть начнется террор, начнутся обстрелы и так далее, то есть мы как бы территорию отдали, а мира не получим. Сейчас отвечу, но если они начнут обстрелы, то территории тоже, в конце концов, не будет. Это территории очень просто закрыть и убрать. Но я начну сначала. Дело в том, смотрите, история Израиля в регионе началась с войной практически против всех, вернее, всех против Израиля. И смотрите, где это находится сейчас. Практически почти все, с минимальными оговорками, государства региона, арабские государства, исламские государства, находятся в нормальных отношениях с Израилем. Это было задействовано и разработано в течение десятилетий. Это очень непростой процесс, но он был реализован, в конце концов. И это продолжается. То же самое произойдет с Ливаном. С Ливаном это сложнее по многим соображениям, в частности, ввиду тех причин, которые вы уже указали. Это имеется в виду присутствие Ирана и Хизбаллы и так далее. С Ираном, что за проблема с Ираном? Иран – это региональный, так сказать, ну, условно говоря, негативная держава, которая так или иначе рассматривает регион. Вы его назвали хулиганом в одной программе, в нескольких программах. Да, я не хотел повториться, но она пытается так или иначе реализовать свой статус как гегемона в регионе, практически выстраивая, скажем, противостояние против всего остального региона, арабского мира, суннитского мира и так далее. В этом отношении идет практически война, если хотите, или готовится к войне, а это основное поле действий. А Израиль это используется тем же Ираном, не впервой, как знамя для мобилизации поддержки в исламском мире, как основная причина, якобы против Израиля, на самом деле я бы сказал, против кого. В этом отношении с Ираном очень трудно договориться. И на данном этапе, пока нынешнее правительство не там существует. Я вас заразил, Цвей, я вас заразил. Вы тоже сказали, с Ираном трудно договориться. Имели в виду Ливан? Нет, я с Ираном, я про Иран. Про Иран. А, трудно, про Иран? Трудно, да, да. Трудно договориться, потому что при этом правительстве так или иначе они непоколебимы, они ищут конфликты, они ищут тех или иных выгод. И это не только против Израиля, практически против региона, против Запада. И они создают тот или иной блок. Я не хочу сейчас повторяться насчет России, Китая и других. Но это очень серьезный игрок в этом отношении. У него есть свои филиалы. Все, общий знаменатель филиалов – это, так сказать, шиитские те или иные группировки, организации, государства, как хотите. Это Ирак, это какие-то элементы в Сирии, это Ливан, это Йемен и так далее. И там везде присутствует Иран, и всех он задействовал
против всех остальных. В этом отношении он присутствует в Ливане тоже. И он хотел бы не допустить, с одной стороны, но он не может, видите, он ограничен в возможностях давить на Ливан, вынужден был согласиться и дать добро Хизбалле, не очень мешать этому процессу, потому что это идет во вред Ливана же. Рядом присутствует Израиль, который может навредить Ливану, не дай бог как, и будет, так сказать, производить, доставать свой газ и продавать в Европу, а Ливан будет смотреть и завидовать. В том плане, когда, это в то время, когда у него критическая, катастрофическая экономическая обстановка, надо их спасать, и поэтому в этом отношении нашелся какой-то общий знаменатель. Ливан – это когда утихомирятся, скажем, шиитские эти страсти, то это будет первым государством, которое пойдет на мирный процесс с Израилем, у него давно такие интересы существуют, я имею в виду другое не шиитское население Ливана. Но пока именно процесс пошел. Теперь, чтобы его остановить, это надо быть очень серьезной, так сказать, причины, потому что остановка процесса означает потерю экономического, так сказать, фактора, а кому это нужно. В этом отношении это очень серьезный шаг для Израиля тоже. Это в направлении и Ливана, и, если хотите, Ирана, или всего там шиитской оси, что называется. Вот, то есть, переводя как бы на простой язык, можно ли купить мир? Да? То есть Израиль в какой-то степени, давайте извините за такое пошлое сравнение, но все-таки Израиль, получается, покупает за счет... Покупает за деньги, потому что газ – это деньги. Это, скажем так, это не деньги, это очень большие деньги. Так вот, Израиль покупает за вот эти очень большие деньги спокойствие, мир и заинтересован в том, чтобы Ливан начал богатеть. Я правильно понимаю? Потому что с богатым соседом иметь дело приятнее, чем с нищим, бедным и вообще голодным. Я бы не использовал эту терминологию, но общая идея ясна, и так действительно оно и есть. Да, Израиль ищет, так сказать, общие знаменатели для договорного процесса, и получается иногда, сказали, ну, за какую-то оплату территориями или, если хотите, финансами, но в основном... Полезными ископаемыми, это деньги. Это тоже. Но в основном, да, должны быть интересы. Если есть интересы, все остальное уже дело наживное. А вот примерно идет процесс. Поэтому это очень серьезный сдвиг в комплексе отношений. Если искать, с кем воевать и как там прибирать силы, то мы уже там, говорится, на этой опере мы уже были. У Израиля нет никаких военных проблем разобраться с Ираном так, чтобы вернуть его в каменный век, но не это имеется в виду. Но все-таки сейчас вы имели в виду Ливан, наверное, да? Ливан, да. Это Иран тоже, да. Но сейчас имели в виду Ливан, да. Из Галира, видите, похоже. Да-да-да, это я возразил. Сви, чуть-чуть севернее, значит, Сирия. То есть мы с вами последние дни, последние недели Израиль активизировал свои удары по Сирии, так сказать, ну, по крайней мере, то, что приписывают Израилю, Израиль формально не подтверждает это. Были поражены целый ряд объектов, которые принадлежат Ирану. Вот буквально на днях была очередная атака. Говорят, что был уничтожен завод по сбору беспилотников, и что вроде бы это те самые беспилотники, которые вообще-то из Сирии поставлялись в Россию, то это иранский завод. Действительно ли это так, и как, так сказать, будет развиваться в ближайшее время события в Сирии? Тем более, что я уже добрасываю до кучи, чтобы вам было, да, что Россия, так сказать, выводит оттуда частично войска. Мы знаем, что они забрали оттуда С-300 свои системы ПВО, которые им нужнее на Украине, и частично выводят личный состав и технику. Не заполнит, природа не терпит пустоты, не зайдет ли туда Иран? Очень длинный вопрос. Я прошу прощения, да. Да. Ладно. Иран присутствует в Сирии, это факт. В Сирии обстановка более или менее, как оно и было, так оно и продолжается. Имеется в виду, что там присутствуют внешние игроки, которые проводят свою политику, делают свои разборки. И сирийцам тоже не ахти как хорошо, потому что половина населения погибла или разбежалась. Экономика на катастрофическом уровне. И присутствует там Иран, и Турция, и Россия, говорят. И американцы там иногда присутствуют, и Израиль иногда навещает. Так что в этом отношении в Сирии не ахти как хорошо, это с одной стороны. Идет противостояние Израиля с Ираном именно на территории Сирии. Иногда бывает это в других местах тоже, но, как говорится, рассказывают в СМИ, я не знаю, но в СМИ говорят, что идет там противостояние, Израиль наносит те или иные удары. Это не для того, чтобы было
чтобы не было скучно в регионе, это потому что Иран выстраивает в Сирии свою инфраструктуру, направленную против Израиля. Именно это имеется в виду. И она поставляет туда и те или иные, скажем, оборудование, вооружение и так далее, которые идут Хизбалле, другим болельщикам Ирана, которые уничтожаются по пути, если попадаются, или в тех или иных местах, в складах и так далее. И те инфраструктуры, которые направлены, включая производство тех или иных видов вооружения, это существует. И в этом отношении идет противостояние, идут нанс-удары. И тут получается вот такой казус. Там присутствует и Россия тоже. И не абы кто, а именно российские вооруженные силы, и там и база ВВС, и база ВМФ, и так далее, и так далее, и те или иные ракеты. И с ними есть взаимопонимание. Иначе эти удары, блин, наносились бы, может быть, уже в других плоскостях. Россия прекрасно об этом знает, осведомлена, оповещена, и идет взаимный обмен информацией по этому вопросу. Это соглашение с Россией, поэтому эти удары наносятся при присутствии России. Это чтобы было понятно. Так? При присутствии, при уведомлении. Мы неоднократно говорили в наших программах, что существует горячая линия. Я так к тому, что мы обсуждали вопрос, да или нет, значит, прекращать взаимопонимание с Россией, не хочу говорить, конфликтовать все в Сирии, ради того, чтобы предоставить Украине то или иное, скажем, развлечение теми или иными видами вооружения. В этом отношении это очень серьезный вопрос, да, и Израиль противостоит Ирану, и Россия в этом прекрасно осведомлена, и обе стороны не намерены менять на данном историческом этапе своих интересов в этом отношении, хотя Россия иногда так грозно, так сказать, предупреждает Израиль разными там ходами и выходами, чтобы не меняли своих позиций в этом отношении, и ну, это уже игра между, так сказать, региональных держав, так сказать. Я бы так сказал, это дело. В этом отношении Сирия пока не кончена. Россия пока там присутствует, никуда она не уходит. А если она оттуда выводит те или иные системы ПВО, то они, между прочим, были не сирийские, они были российские. Они не были переданы сирийцам. Именно эти системы С-300 и С-400, между прочим, не предоставлены ни Сирии, ни, между прочим, Ирану. Именно ввиду этого соглашения с Россией, с Израилем. И поэтому Израиль тоже ограничен в предоставлении оборонного вооружения для Украины. Это есть оборона. ПВО – это оборона, оборонительное вооружение. Да, видите? И поэтому Россия, в конце концов, выводит то, что принадлежит ей. Это те или иные системы ПВО, они, так сказать, находятся на базах России в Сирии. И она их выводит, может завести другие, это не имеет значения. Пока Россия ведет себя в этом отношении аккуратно и договаривается с Израилем, что как надо, в этом отношении нет проблем. Но Сирия, если хотите знать, что будущее Сирии, это пока очень большой вопросительный знак. Вы упомянули сегодня уже Эрдогана в его там разных о его мнениях и поведениях, видах поведений по отношению к России, Украине и так далее. Хочу напомнить, он тоже присутствует в Сирии, захватил часть территории, держит там своих представителей. И с этим тоже надо как-то разобраться и мириться, поэтому не все в Украине. Не все дело в Украине, это еще тоже те или иные разборки. И он, так или иначе, это только начало, у него аппетит на всю Среднюю Азию, так что с этим тоже надо, России надо осторожно играть, потому что он тоже достаточно азартный игрок в региональных разборках. Так что вот такая у нас такая игра геополитического или геостратегического толка в нашем регионе, в соседних регионах, где присутствуют более или менее те же игроки. Это та же Россия с разными там Иранами, Турциями и местными игроками. И Израиль в той или иной мере присутствует в этих играх. Поэтому вот, лучше как бы в данный момент ничего не менять. Спасибо. Спасибо большое, Цви Маген, политолог, дипломат, экс-посол Израиля в России и Украине. Спасибо, что нашли время побеседовать с нами. А наша программа подошла к концу. Я Александр Гурарье. Всего доброго. До свидания.